Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про Nokia 5.4. Это смартфон, который уже появился в продаже. Его можно предзаказать. Есть версии 428, 464 и, как по моему мнению, версия довольно странная, 664. 6 гигабайт оперативной памяти — это неплохо, но здесь процессор. Всего лишь Qualcomm Snapdragon 662. Это процессор производительности уровня там, 2019 года. Потому 66 гигабайт памяти оперативно ему по сути ни к чему. 464 — это базовый вариант, которого будет достаточно большинству пользователей. 16999 рублей по сути 17000, но здесь идут в комплекте наушники Nokia Power AirBuds. Соответственно, если вам наушники эти AirBuds не нужны, вы, соответственно, можете дождаться какой-то акции. Это официальный магазин Nokia, возможно, будут магазины партнеров, где этот смартфон можно будет приобрести по более низкой цене, но уже без подарка. За 17 тысяч, если вы этому эти наушники не нужны, я бы его не брал. Вот 1013-14 еще вполне можно. Этот процессор соответствует этой ценовой категории. Экран HD+, не стоит этого бояться. Здесь 720 на 1560, там 21 на 9, соотношение сторон 6,39. HD+, разрешение в сумме с этим процессором, дают нормальную энергоэффективность, нормальную производительность в игрушках, потому что Full HD будет сложнее отрисовывать к графическому ядру Adreno 610. Здесь как раз такое установлено, потому HD+ — это возможность как-то более оптимально все это сделать. Почему на компьютерах до сих пор тестируют игры там разрешение Full HD, потом идет 2К, потом 4К? Потому что Full HD все еще даже на больших мониторах смотрится нормально, а на мобильных телефонах, смартфонах, планшетах HD+ разрешение буквально несколько лет назад было нормой, а здесь этот смартфон уже, по сути, бюджетного класса, потому HD+ разрешение — это стандартно, это нормально, это обычно. Но, тем не менее, есть камера 48 мегапикселей, которая дает возможность установить еще мод Gcam, Google камера, которая в сумме с этим процессором точно будет работать, и достаточно свежий датчик. Вполне будет качественные фотографии, как дневные, так и вечерние, да и в ночное время можно попытаться что-то сделать. 16-мегапиксельная фронтальная камера также может делать портреты, мод Google Cam Gcam размывает фон, дает хорошую детализацию кожи, ничего не мылит, не накладывает какие-то дебильные фильтры, а вполне себе нормально отрабатывает фактуру кожи. Если вам нужно нормальное качество селфи, нормальная такая адекватная видеосвязь здорового взрослого человека, она вполне здесь будет работать. Поддержка Wi-Fi, поддержка NFC, что многие, в принципе, ждут уже в 2020-2021 году. USB Type-C 3,5 мм, батарейка 4000. Это немного, но здесь чистая версия Android, Android One, без всяких лаунчеров, без всякой рекламы. Потому 4000 будет хватать на 1,5-2 дня. Если вы играете в игрушки, вполне себе на день такой более-менее активной эксплуатации его можно растянуть. Если это только мессенджеры, соцсети, немного звонков, то 2 дня он вполне держит. Я владею Nokia 3.4, которая даже по многим характеристикам послабее этого смартфона. Там более слабый процессор, еще меньше оперативной памяти, всего лишь 3 гигабайта. Но на свои деньги смартфон вполне себе рабочий. Повторюсь, очень легкая оболочка чистого андроида. Нормально работают и жесты, и на экранные кнопки. Все быстро грузится, из памяти не вылетает. Здесь есть возможность взять вообще 664. 6 гигабайт, конечно, избыточно для такого процессора. Есть 428, она в какой-то мере предпочтительная. Но 464 — это базовый вариант, если вы хотите вот смартфон на годик взять. Повторюсь, если вот приобретать такой смартфон, то это вариант, если вы переходите с других брендов, с других смартфонов, с других операционных систем, и вы хотите попробовать свежий Android. Здесь он из коробки десятка, но получит обновление до Android 11 в системе Android One. Это достаточно просто все происходит. Она поставляется напрямую от Google. Соответственно, наушники, какая-то музычка. Базовые сервисы, Google сервисы здесь, в отличие от каких-то китайских брендов, этот смартфон, по сути, один из немногих, кто официально сертифицирован Google, поскольку он на системе Android One, все обновления приходят оттуда, и они заранее все прописали, договорились, сертифицировали, самое главное, что потому никаких неожиданностей, как с китайским брендом, здесь не будет, потому что смартфон, повторюсь, сертифицированный в Европейском Союзе.
Потому как и в Америке, там на других континентах это не проблема, совершенно не проблема. Видимо, HMD Global владеет компанией Nokia, но тем не менее это также большой, крупный, известный бренд, компания. В общем, так как он выглядит, это отверстие с левой части экрана мне нравится больше, чем вот эти вот вырезы устарелые. Здесь смотрится, по крайней мере, на 2020 год, что в начале 2021 вполне еще приемлемо и интересно. Камера не сильно выпирает, сделан он вполне добротно, эргономика. В Европе, в Америке понимают, что такое эргономика, все кнопки на тех местах, на которых можно дотянуться. Сам баланс веса, если вы берете смартфон в руку, как раз распределяется на центр. Сканер отпечатка сзади в какой-то мере удобнее, и левой и правой рукой вы можете его нажимать. В отличие от кнопки блокировки, в случае левшей, которая будет, ну, не всегда удобна. Здесь на задней части. Да, это бюджетно, но тем не менее это еще приемлемо. Хотелось бы, конечно, цену пониже, если без этих наушников, если они вам не критичны, он будет стоить где-то тысяч, там, так, 13-14, то вполне вариант себе нормальный. Повторюсь, здесь чистый Android, нормальное качество экрана, нормальная камера и беспроблемная установка Google камеры, поскольку Snapdragon 662. Он урезанный от 665, здесь нету 4К, но тем не менее 60 кадров он пишет. Ждем, когда он появится в других магазинах, посмотрим. Также, когда он появится в Украине, я думаю, что вот в Украине его цена будет, вот мне кажется, где-то 4500, 4800. За 5 он уже будет слабо продаваться, вот за 4800, даже эти 200 гривен, это будет существенная разница. Ну и чтобы не пропустить дальнейшее, скажем, исследование этого вопроса, подписываемся на канал.